Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем выживать в игрушке Ark Survival Evolved. И, как я говорил в прошлой части, разработчики переработали полностью систему кормов, систему приручения. Поэтому сегодня мы полетим искать Пелагорниса и приручать его при помощи корма, который сделан из яйца стегозавра. Хотя раньше он для Пелагорниса не был предназначен, но сейчас вот голубая кайма, ну, синенькая кайма вот эта вот вокруг корма есть, а это значит, что корм данный подойдет. Взял я себе рыбки немножко, взял дротиков, наделал болосов, 8 штук, я думаю, хватит. Ружо наше, бессменное. И на всякий случай вот еще маскировочный костюм прихватил. Наверное, мы сразу в него переоденемся и лишнее выложим, я так предполагаю. Так, для того, чтобы не таскать много всего. Хотя этот тряпочный костюм весит-то фиг да маленько, но все-таки. Так, 0,5, 0,3. Да пускай лежит. Пускай лежит, вдруг повредят нам. Маскировочный костюм кто-нибудь повредит. Так, берем птера, потому что орла брать смысла нет, он медленно летает, да и веса у нас не сильно-то много. Я, кстати, сделал заметок еще, наделал, вот здесь вот выписал, как сделать обычный корм. То есть корм с синенькой каемочкой теперь готовится вот так вот. Нужно среднее яйцо одно, вяленое мясо, волокно, кукуруза, картошка и вода. И список средних яиц, вот из двух частей заметка, также себе сделал, чтобы не путаться. Также сделаю для остальных кормов, а старые наши заметки, чтобы не выбрасывать, я в подвал спрятал. Здесь вот такой сундук сделал для старых вещей, да, как обычно бывает. Жалко выкидывать, вдруг понадобится еще вот эти вот заметки, поэтому сюда их перекинул для того, чтобы не путаться. Как обычно, все ненужное у нас либо в подвал, либо на чердак. Вот как-то так и у меня получилось. Все, погнали. Погнали искать Пелагорниса. Так, водички попить надо. Что-то я помчался. В бутылке надо воду экономить. Так. Пару рыбок сожрем. Жареных. И погнали. Пелагорнисы у нас чаще всего вдоль побережья встречаются. Поэтому мы с вами полетим также вдоль побережья. И вот этот вот каменистый остров, который недалеко от нас расположен, должен нам предоставить большое поле для выбора, так сказать, пелагорнисов. И здесь довольно безопасно. Сейчас где-нибудь приземлимся и будем высматривать жертву. Где-нибудь вот здесь можно приземлиться. Так, ну-ка. Красавец, какого ты уровня? Или красавица. Самец, уровень 80. По-моему, неплохо. Именно для самца, да? Попробуем. Так. Где-то здесь этот товарищ лазил. Вон он. Есть. Так, и теперь усыпляем. Сколько дротиков, интересно, понадобится? 3. Нормально. Нормально. Так, а дротики я не подберу? Наверное, нет. Наркотик. Наркотик я взять, конечно же, забыл. Так, ну и пару корма ему закинем.
Я надеюсь, оглушение не уйдет так быстро. 110, 120. Мне кажется, он с первого корма приручится. Или успею я за наркотиком сгонять, а? Так, давайте пока корм заберем. Погнали за наркотиком. Рисковать не будем, а то он корм сожрет, очнется. Так, а где мой птер? Корм сожрет, очнется, и корм мы профукаем таким образом. Здесь недалеко. По-быстренькому слетаем. Так, место надо запомнить, где мы его уронили. Все. Как я мог так ошибиться? Так, а ты какого уровня, уважаемый? 15-й, отстой. 80-й не то чтобы топовый, но хоть какой-нибудь для начала. Тем более самец. Самочка уже можно будет подыскать уровня побольше. О, диплодок и яичко отложил. Так, у нас все эти покрашены, так что мы, в принципе, без проблем. Ай, приземлился я. Приземлился я как неудачно. Без проблем теперь можем узнать, где у нас что лежит. Так, все, погнали. Так, и где-то вон там. Тут и ихтиорнисы, кстати, есть. Ихтиорнисы приручаются кормом с зеленой каемочкой. Так, вот здесь где-то он валяется. Ага, вон он, вижу. Конечно, жалко того 145-го, которого в начале... Где-то в начале... Летсплея я пытался приручить, но благополучно профукал. Так, парочку закинем. И все, и пускай валяется. Здесь довольно безопасно, так что проблем, я думаю, не будет в приручении. Так, а эффективность... А, эффективность нам не покажут, пока он не пожрет. Ну, уже должен, по идее, пожрать. Хотя нет, 3040, когда на 80, наверное, упадет еда, тогда он должен пожрать первый раз. Теоретически. 42, 41, сейчас... Сейчас должен подкрепиться. Ага. Так. Чё, весь корм сожрал? Сразу весь корм сожрал, зараза. Всё. Экипируйте седло, пока не хочу. Поведение. Пассивно к врагу относишься. И, значит, дистанция следования... Ну, пусть будет низкая. Так, погнали. На базу. Потом пойдем дальше, еще кого-нибудь поищем. С одного корма приручается, по крайней мере, 80 уровень. На 150, если попадется, я так думаю... О, бомбочку сбросил. Я так думаю, что парочку кормов придется нам потратить. А он не такой скоростной, как птир. Не успевает за нами. Ну, в любом случае, сейчас мы его здесь оставим. Так, где ты есть? Все, припорхал. И сразу в дом залетел. Бестолочь.
Так, все, не следуй, не следуй. Приземляйся. Где-нибудь. Так, до кормушки достаешь? До кормушки достаешь. В кормушке должна быть чуть-чуть рыбка. Уже нету. Уже, наверное, сожрал он ее. Уже, наверное, сожрал. Ну, рыбы мы потом, если что, на дельфине можем. Ну-ка. Здесь турелька у нас с рыбки не настреляла часом? Так, ты давай тогда следуй за мной. Так, рыбка есть. Двадцать одна сырая рыба. Девять. Пять. Что-то как-то слабенько. Так, друзья, у нас турельки, по-моему, нету. Что-то с турелью случилось. Наверное, все удобрение израсходовало и приказало долго жить. Да? Судя по всему. Следить же за этим надо, да? Не удобрено, не засеяно. Профукал я турельку. Надо посадить. Сейчас мы рыбу выложим. Этой дичи. Так. Так, а что не ест-то? Почему не ест? 2014. Ну, захочет пожрать, пожрет. Так, мне нужно что? Мне нужно взять семена растения X. Где-то они у нас были. Где-то они у нас были. И вот они. Так, дайте одно семечко. И взять удобрений сразу побольше. Потому что когда растение X стреляет, оно тратит очень сильно удобрение. А эта турель у нас самая рабочая получается. Так, и зеленый корм я хотел взять на случай, если мы ихтиорниса вдруг увидим. Вот. Вроде как все. Вроде как все. Погнали, посадим турельку. Во всех врезался, кого только можно. Так, семена, растение X и удобрение сразу. Штуки 4. Так, засеяно. Все, пошло дело. Удобрений, надеюсь, хватит. Ну и погнали дальше. Дальше искать. Дальше искать дичь. Волосы есть? Пока не вижу. Здесь где-то крутились. Вон, кстати, ихтиорнис крутится. Сейчас надо посмотреть, какого он уровня. Блин, этой трубой прицелиться целая проблема. Так, а куда он делся? Вот он где летает уже. Ну. О.
25-й. Маленький. Так, вон там Пелагорнис сидит. Около того берега. 15-й. Это тот 15-й. Маленький. Ладно. Едем дальше. Едем дальше. Блин, одно время летал. Здесь их столько было этих, что ихтиорнисов, что пелагорнисов. Сейчас что-то нету ни одного. То же самое, как эти. Попрятались, наверное. Вот они все. Как пегамастексы. Так, боком, чтобы в трубу было удобнее смотреть. А, о, самочка 145-я. Приземлилась оттуда. Мимо. Есть. Так, 4 дротика. Отлично. Отлично. Не так много здоровья ушло. Так, на тебе. Штук 5 наркотиков, этого хватит. Ну и парочку корма. Не будем жмотиться, потому что если корм вдруг закончится и она не приручится, то это может на эффективности приручения отразиться. Так. Ну, а мы пока понаблюдаем. Так, кто там орал? Кто там рычал? Здесь просто иногда сарказухи еще лазят. Поэтому я немножко бздю. Шугаюсь, так сказать. Где-то вон он летает. Какого тоже посмотреть, какого уровня. Самка 55-я, все. Это нам уже не надо. Так, а вон там их тиорнисы, да, крутятся. Ну-ка я посмотрю, в округе опасности нету? Или уже дождаться? Так, а вон кто-то в скалу забаговался, да? Самец 40-й. Нет, отстой. Это отстой. Так, лежишь, лежи. Так, вон здесь сколько дичи летает. Так, здесь еще где-то пелагорнис ошивался. Вон он. Вообще 5-й. Вообще 5-й, это не наш клиент. Так, что у тебя тут? Пока еще ничего, да? Скушайте. Скушайте наркотик пока что. Никогда на улице так никому не предлагайте. Как страус носом уткнулся в песок. Типа в домике, да? Кстати, тот раз, когда около острова хищников я пелагорниса пытался приручить, тоже 145-го гиены сожрали тогда. Это значит 4480. И сожрет один корм. Ну, не так много осталось ждать, поэтому ждем.
93, 92. Девяносто один. Ну. Коко. Вот ты и будешь Коко теперь. Опа, корма, конечно же, сожрала. Так. Действие. Изменить имя. Коко будешь. Так. Дальше. Поведение. Отношение к врагу пассивное. Дистанция, следование. Нет, не то. Низкая. Все, погнали. Погнали на базу. Тебя сброшу. И попробуем ихтиорнисов поискать. Летишь. Ох, какие они медленные. Но зато полимер из пингвинов выбивают. Дай дорогу. Будем прокачивать урон в ближнем бою и вес. Это из зубастой чайки. Как они мины сбрасывают в легкую. Коко. Нифига себе. Планирует как. Ну, приземляться бум, нет? Так, ты у нас хоть жрешь? Да, этот жрет. И жрет. Жрет заметно. Рыбы нифига не осталось, блин. Так, где ты там при... прибабахалась. 119-й. Куда она приземлилась? Не наблюдаю вообще. А, вот. Она только-только вот приземлилась. 217-я получилась. Так, что у тебя с едой? Ну, с едой пока все нормально. С едой пока все нормально. Так, что у нас тут с рыбой? Рыба есть еще? А рыбу всю сожрали, да? Тут есть рыба? Здесь рыбы нет. Это говорит директор стадиона, да? Надо будет на дельфинчики потом. О, вот здесь есть рыба. А вот здесь есть рыба. Там кто? Дилка лазит. Троодонов вроде нету. Самое главное, чтобы троодонов не было. Во, здесь рыбка есть. А, привет. 6. Еще 15. Так, где? Еще 5. Еще 5. Где-то еще плавал. Здорово. Пойдет. Так, кто-то за мной там увязался, что ли? Компики, вы что ли?
55 и 5. Спать. Так, все. Рыбы натырили. Сейчас кормушечку закинем. Хватит пока на первое время. Так, и... Что это за тень была? Ух ты, блин, хвост твой. Я думал, кто-то тут покушается уже. Погнали смотреть ихтиорнисов. Вот он, красавец, кстати, саркозух. Про что я и говорил, что здесь недалеко спавнится обычно. Что тут 15-27, туман что ли? Туман спускается. Туман это не есть хорошо. Так, там дилка листрозавра обрабатывает. Здесь две дилки тоже листрозавра. Давайте их спасем. Так, Трайк, отойди. Листрозавр, мы тебя спасли. Так, где-то здесь эти чайки летали. Ну-ка. Какого вы уровня? Десятый и пятидесятый. Самка. Может, самочку пятидесятую попробовать приручить, не? Так, а что она у меня будет воровать в случае чего? Блин, корма может своровать. Поэтому корма мы, наверное, в птера положим. Я так думаю, вот эти и вот эти. Наркотики положим в птера. Так, рыбу сюда переложим. Хотя половину тоже можно в птера положить. Он ее все равно жрать не будет пока. И дротиков оставим. Штук 9, наверное. Вот так. Остальное, если даже свистнет, то не так жалко будет. Так, теперь надо заагрить эту дичь. Блин, Трайк. Пугаешь. Нужно ее за... разозлить. Так, где-то... Вот он, самочка. Так, десятого. Десятого можно, в принципе, в расход пустить. А пятидесятого забрать. Больше нигде нету. Как туман не кстати, а? Надо его привести вот на этот берег, и здесь уже за ним... охотится. Так, где они тут летают? Вон они. Так, какой из них какой? Того я убью сейчас, нет? Он за мной не полетел, да? Блин, и летают парой, никак не разделяются. Так, разделились вроде. Вон тот какой летает? Вон, десятый. Вот его нам нужно... Эх, промазал. Да чтоб тебя. Опять они соединились. Выносливость. Десятый, который посветлее. Ничего себе, жареную рыбу жрет. Смотри-ка, птер. Ха. У него сырое мясо, он жареную рыбу лопает. Вот дает. Так, ладно.
Так, не ту кнопку нажал. Ух ты, блин, жареную рыбу спер. Вот так вот. Так, от того нам нужно... Где он? На том берегу. Упти распер жареную рыбу. Наркотики украл! Ах ты, гаденыш! Ах ты, гаденыш, ну держись. Так он из птера ворует, гад такой. Ладно. Сейчас мы с тобой будем по-другому разговаривать. Пу-пу-пу-пу-пу. Еще бы прицелиться хорошо. Мимо. Нет, так мы его не выманим. Так мы его не выманим. Тогда вот это перекладываем сюда, это сюда, это сюда. Иначе он... Я думал, он меня будет атаковать. Он гад птера атакует. Так, вот 20 сырого мяса. Украл. Да чтоб тебя. А куда полетел? Блин, я так все дротики сейчас профукаю. Главное, чтобы он в воду не упал. Он же с одного может и в воду упасть. Так, где? Где он, гад такой? Вот так вот. Почти убил, да? Почти убил. И зелененький корм только не весь, а один. Одного, я думаю, хватит. 50-му. Так, трайк. Не мешайся. Блин, 64 наркотика. Оприходовал он у нас. Но это я затупил, потому что я говорю, я думал, он будет на меня нападать, а он на птера, оказывается, нападает. В полете именно. Так, у меня он, в принципе, ничего не успел украсть, да? Только у птера наркотики и мясо. Ну да ладно. Ну да ладно, 1600, 1580. Так, когда 1520 будет? Блин, а он ведь очнуться может. Пойдемте ягодок, наверное, пособираем. Далеко лететь за этими? Немножко наркотических ягод соберем. Хотя бы. Думаю, кто там летает. Просто я боюсь, что если здесь саркозух заспавнится, он его сожрет. А так мы его хоть сможем защитить
Блин, Трайк, уйди отсюда. Так, наркобыри. Хотя бы немножко приостановим оглушение. Вот. А это можно повыкидывать все. Закидал. Закидал посылками почтового голубя. Ну, чё ты там? Сорок пять. Скоро, уже скоро. Корм яйцо птеранодона. Вот как ни странно, для ихтиорниса теперь он подходит. Из-за того, что он с зелененькой каемочкой. И с его помощью, я надеюсь, мы рыбу будем ловить неплохо. Потому что пелагорнисам рыба нужна. 36. Ну, не так долго осталось подождать. Здорово, зеленая. Не топчись ты по... Создание тупое. Сойди со шланга. Самка десятая. Мешается только. Ну чё тут у тебя? Жрать думаешь, нет? 518? И до сих пор не жрет? Странно. Очень странно. Ну на, еще один. Может, обилие корма тебя? Что, этот корм не подходит? А такой... Во! Синеньким приручилась. И те сожрала. Блин, а в Википедии было написано, что зелененьким. Странно. Так, ты куда? Куда полетела-то? Алло, уже рыбу ловить погнала, что ли? Да? Смотри-ка. Что, тащит? Следует за Алексей. Оп. Здорово. Подобрать? Хе, дичь. Давайте в лучах заката вот так вот. Стоит лопата в лучах заката. Так, ладно. Не следуй. Так, не следуй. И функции. Режим охоты с возвратом. Отключить охоту. По действиям. Нет, не то. Поведение. Отношение к врагу. Ну, пусть будет пассивное. Ведение. Дистанция следования низкая. Так, подобрать. Да и погнали на базу. Немножко ресурсов потеряли, конечно, но зато теперь у нас есть... Дичь, которая может нам ловить рыбу. Не надо будет самим плавать, что-то искать. В следующей части, наверное, попробуем поохотиться. Вот, а на сегодня все, друзья. Ставьте лайки, если вам нравится видео по этой игре.
Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего. Охота отключена. А чё ты за мной следуешь, нафига? Не следуй. Алло. Успокойся. Присядь. Отдохни. Да что с тобой, а? Ладно, ребят, будем разбираться. Всем пока.